Я Максим, художник, поэт, музыкант, общественный деятель. Катерь, самобранка, стелет, все великие степи, где бескрайний горизонт, солнце прячет печь, матери с отцом родным, до земли поклоны. Мы живем где по углам, не паутина, а иконы, крестики на шеях, не сидят мои браты в окопе, вольные станицы на непокоренном доне. Эти картины, ну, мое общение с миром, вот, мои мысли, мое общение. Через такой язык, через язык живописи, через язык музыки, через язык поэзии. В тот момент, когда наступает пик просто живописного чутья, вдохновения, наития, когда вот просто картины пишутся десятками, ты чувствуешь линию, цвет, все, врывается поэзия или музыка, сбивает с толку полностью. Улетаешь туда, забываешь кисти, краски, начинаешь писать песню, да? Есть о чем говорить, и все. То есть делаем это не ради денег, не ради славы, а делаем для того, чтобы люди познакомились с нашим народом, с нашими традициями, с нашей жизнью. Ну вот получилось вот через призму хип-хопа. Ну, как бы и смешно, и не смешно, но вот так вот оно вышло. Вчера моя, как где не скажешь. Да, наше место, солнце, тени, вода. Наполняемся умением, не только да. Паруса известный бренд, мы под парусами. А седровая игра, меньше килограмма. Если нет курортной карты, греби весло. Мы поставили на зеро, и нам свезло. Эй, милый край, где бы ни был, брата, ты его не забывай. Помнишь штормы, эй, бойни, эй, первый поцелуй с красоткой. Край, край, милый край, где бы ни был, брата, ты его не забывай. Помнишь штормы, эй, бойни, эй, первый поцелуй с красоткой. Вы казачки, казачки, военные люди, военные люди, никто вас не любит, военные люди. Никто вас не любит, полюбила казачка, Варшавочка, Варшавочка. Одно другому не мешает, и скорее даже дополняет. Я, например, через казачьи речитативы пришел, наоборот, к традиционной песне. Путь один, конечно же, традиция, она важнее всего, потому как в этом есть ментальность нашего казачьего народа, через них мы живем, осознаем себя. А все остальное, ну пускай будет хорошим приложением. Казачий рэп одно из них, неплохое приложение.